Дождь идет устало, он имеет право отдохнуть от важных дел. День сегодня медный, светлый, злой и взрослый. Это нам по нраву, это нравится нам всем. Он увидел свет в окне, он уже не спит. Его встречает пожилой король в костюме весны и приглашает послушать, как дождь шумит, а гром надрывается, пугая детей и обучая взрослых огню. И он ложится в кровать, пытаясь вновь уснуть, отгородиться от важных дел.